Татарстан вместе со всей Россией отмечает Международный день русского языка. Президент Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Александру Пушкину. На площади около театра оперы и балета состоялся поэтический митинг. Известные деятели культуры, молодые поэты и простые горожане почтили память классика русской литературы цветами и стихами. С 20 подписанными соглашениями вернулся Татарстан с Петербургского экономического форума. Об этом сообщили сегодня в Доме правительства. Целый пакет договоренностей в сфере информатизации. Большинство обоснуется в Иннополисе. Сегодня в Казани отпраздновали детский сабантуй столичные школьники и воспитанники из дома-интерната с проблемами со здоровьем. Танцы, песни и спортивные состязания. На Майдане были все атрибуты национального праздника.